Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу днем Самара перенесется в прошлое на 100 лет назад. В 13:00 у стен музея имени Алабина состоится историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории», посвященный 98-й годовщине Комуча. Зритель принесется в Самару 18-го года. Улица наполнится повседневными заботами, столь характерными для той эпохи. Можно будет услышать задорный крик мальчишек, продающих газеты и чистящих прохожим обувь, стать свидетелем митинга протеста против мобилизации в армию. У посетителей появится возможность заработать настоящие комучевские рубли и приобрести на них сувениры у коробейницы. Затем гости фестиваля станут свидетелями реконструкции одного из сражений гражданской войны, ставшего переломным моментом в истории России. Участники военно-исторических клубов России на глазах у зрителей реконструируют эпизоды боевых действий, предшествующих захвату Самары красными в октябре 1918 года. Театр «Самарская площадь» в рамках социально-культурного проекта «Самарский театральный вояж» представляет детективную комедию в двух действиях «Фэншуй» или «Руководство для любовницы моего мужа». Спектакль пройдет на сцене Дома культуры «Чайка». Любовно-детективная комедия «Фэншуй» вот уже 10 лет не сходит со сцены. Интересный сюжет, легкий, острый юмор, ну и вполне себе рядовая ситуация, которая могла случиться с каждым. 15 октября, 18:00. Большой зал Дома культуры «Чайка», поселок Управленческий. 15 октября в арт-лофте пройдет настоящий праздник движения, музыки, позитива. Учеными давно доказано, что движение вызывает выработку гормонов счастья. Так вот, 15 октября вы сможете получить свою порцию счастья вместе с танцевальными клубами Самары. Праздник танца начнется в 13:00 и продлится больше 12 часов. Все это время у вас будет потрясающая возможность прийти, научиться танцевать и посмотреть, как танцуют другие. Буги-вуги, линди-хоп, кизомба, свинг – и это танцы до утра. В музее «Модерна», расположенном в усадьбе Курлиных, открывается уникальная и единственная в своем роде выставка «Женская мода в стиле модерн» из коллекции фонда историка моды Александра Васильева. Экспозиция будет посвящена моде конца 19-го – начала 20 веков. Платья и костюмы, накидки и пелерины, сумочки и зонтики, бинокли и шляпки – туфли и веера расскажут о моде в России в эпоху правления императоров Александра III и Николая II. 30 специальных манекенов – удивительный рассказ о том, как мода уже несколько столетий назад завоевала умы русских красавиц. Открытие выставки в музее «Модерна» – суббота, 13:00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!